Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Street of Race. Так как вы помните, мы закончили на том, что у меня пиздили две девки, и мне потратились контишки, у меня осталась одна контишка, две. Ну, одна, написано, что одна. Короче, экономим хп, экономим активки. Я сейчас контишку получу. И нужно, наверное, сейвиться, пытаться не сдыхать. Два удара и метаем. Ну, у кого нож, у меня нож. Так, а почему аппарат не работает? О, работает. А меня за что? Ну, а вот там наверху, если что, оно мигает. Ага. Ой. Чисто потратил. О, еще одна контишка. Понимаю, за что. Бегать не могу, понимаете, в чем проблема. Он меня сносит огнем. Что мне делать? У меня вариантов нету. Помню, что... Понимаете, у него даже нету одышки перед использованием. Вот, он сразу начинает дышать. Если я хочу подойти с стороны там, где он появляется, он тоже начинает сразу на меня дышать. И он еще живой, вы понимаете? Я не понимаю этого босса. Вот, я хотел его кинуть. Я чисто... А, все, я понял, как его ловить. Нет, не понял. Ой, подожди, я уже контишку просрал. Понимаете, его нужно ловить, когда он бежит с помощью огня. Ненавижу. Могу я просто делать так? Ну скажите. Ой, бля, я еще использовал, когда его нету на карте. Нет, задел, ладно. Скажите, как с ним бороться? Why? Why you this didn't this? Соси. Хотя бы будет у меня не одна контишка. Но если он сейчас не сдохнет. Yeah.
Он меня даже не задел. Человек огнемет сраный. Ладно, плевать. Ну да, курочка. Именно сейчас. Она ведь сейчас так нужна в этом моменте. Ну, поехали. Ну почему ты так быстро? Ладно, ножик. Не понял, он использовал дорожку по предназначению. Это типа слепка. Да, пустой ящик. Давай иду сюда. На, получила? Тварина. Ух ты ж ёбаный. Ух ты ж ёбаный. Ух ты ж ё-моё. Ну какого чёрта? Да. Именно эта херня падает, ты я прохожу. Ну, что дали? Дальше чем мы идем? Иди отсюда. А, полицейская машина. Контишка F5. Ну, вы видите сами, сколько мне всего надаю тут. Чем ты жонглируешь? Самое мощное оружие в игре. И не убивает трех. С трех, типа, мать ваш удара, понимаете? Три. Ваша ж мать удара. Ну, давай. У меня дубинка есть. Чё? О, там теперь их два. И заметьте, что он падает только когда я на него наступаю. А, всё? Ладно, в чем подвох? Я не помню на самом деле, какой здесь будет босс, если он будет иной. Я думал почему-то, что я всех помню.
Но я действительно босса этой локации вообще не помню. Понятно. Ну, далее. И вы ждете, пока я вторую машину использую? Я не буду пока использовать ее. А вот сейчас. Ладно, давай на мужика. Стоп. Давайте я хочу просто переиграть этот бой. Бля. Зачем я решил сыграть на мужика, когда я играю бабой? Да уж. Ну, как раз и время продлим немножко игры. Блин, ну вот видите, типа, у них развития типа нету в плане того, кого следующего из босса поставить, поэтому они типа используют тех же самых. И видите, там было хорошо в том, что я вышел, меня ударили, я использовал машину, они упали двое на одну сторону. Блин, я, кажется, зря, да, это сделал. Ну, в плане... Ладно, сейчас посмотрим. Ай. 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 Эх, ладно. В принципе, результат один и тот же. Но только тогда я мог бы убить его и не потерять мальчишку. Контишку не дали. Ну что, ребят, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.